Харьков, 8 апреля 2022 года. Несколько дней назад, поздно вечером, прямым попаданием снаряда был разрушен магазин на одной из центральных улиц города. Сегодня я шел по противоположной стороне и увидел, что от взрыва разбиты все витрины, разбиты окна, разбито название магазинов. Вверху мы сейчас увидим вон разбитые окна у людей в квартирах, разбиты балконные окна. Настолько был мощный взрыв. Все выбито, безжалостно. Этакая денацификация. Люди уже заставили картоном окна и витрины. Выбиты стеклянные входные двери. Все разбито, все поломано, все пришло в негодность. Ну и вот причина. Прямым попаданием снаряда разрушен магазин.